Сургуте прошел товарищеский турнир по мини-футболу между силовыми ведомствами. Организатором соревнований выступило Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Такие дружеские матчи проводятся уже второй год подряд. В 2023-м на поле вышло 6 команд. Лучшие получили поощрение и кубок. Кому он достался, знает Татьяна Расторгуева. Идея проведения турнира по мини-футболу родилась еще несколько лет назад в УФСИН. Сотрудники, сами занимающиеся этим видом спорта, решили приобщить к нему коллег. В 2022-м на поле встретились 4 команды. В этом году к соревнованиям присоединились еще 2. Кроме УФСИН, на поле вышли представители УМВД, МЧС, Росгвардии, отдела судебных приставов и инкассаторской службы Сбербанка. У нас команда давно собрана, всегда готова к соревнованиям. Участвуем, наша команда УФСИН также на городских соревнованиях. То есть у нас постоянно в форме себя держим, в тонусе, как говорится. Также данный турнир, мы организаторами являемся второй год. Надеюсь, что он будет, благодаря нашему руководству, традиционный, ежегодный. И будем, может, даже численность команд со временем будет увеличиться. На протяжении 7 лет сотрудники УФСИН регулярно участвуют в городских соревнованиях. А постоянные тренировки, отмечает капитан Рамиль Деникаев, только помогают, дают отвлечься и перезагрузиться, что положительно сказывается на работе. В том, что спорт способствует не только достижениям в труде, но и отменному здоровью, позитивному настрою, уверенный участник команды Сургутского отдела судебных приставов Вагиф Джабиев. К слову, представители службы участвуют в таком мероприятии впервые. Позвали, мы решили поиграть. Создать, так сказать, игровую обстановку, поднять настроение, поддержать коллег в спортивном мероприятии. А мы тренировались свободно от работы время. То есть выходные дни, либо после работы. Все, кто изъявил желание поиграть, у кого есть любовь, так скажем, к спорту, к футболу, все приходили на поле и играли. Товарищеский турнир теперь уже считается традиционным. Организаторы уверены, что год от года число его участников будет только расти. А главное, это все-таки, конечно, само такое мероприятие, такой спортивный дух. И вообще, в принципе, вот целью такого мероприятия оно является пропаганда здорового образа жизни, чтобы сотрудники, несмотря на то, что они ежедневно в таких сложных условиях несут службу свою, они все-таки отвлекались, спорт был с ними, так сказать, в одну ногу по жизни, и поэтому вот такое мероприятие организовываем. По итогам состязаний лучший результат показала команда МЧС. Серебро у сотрудников УФСИН. Почетное 3-е место заняли спортсмены из УМВД. Все они получили дипломы и кубки и договорились, что играть товарищеские матчи будут и дальше. Татьяна Расторгуева, Сергей Коликов, Сургут 24.